Приветствую вас, друзья и ценители лучших гайдов по World of Tanks. С каждым годом все сложнее и сложнее становится производство гайдов по этой замечательной игре. Поскольку я, наверное, уже сделал гайды обо всем, о чем только можно было. Но каждый раз пытаюсь вас удивить и дать именно то, что вам реально поможет. Это видео одно из таких. А если вы новенький на канале, то посмотрите прошлые видео, там очень много всего интересного, вы по-любому научитесь играть. И гораздо лучше, чем сейчас. В этом же видео пойдет речь про стрельбу. Стрелять в уязвимые зоны — это понятно. Стрелять на упреждение — тоже понятно. Но куда именно, куда приоритетнее стрелять? Когда враг находится, допустим, бортом к нам. Когда он едет на расстоянии, на близком или далеком, в принципе, не суть важно. В какое-то место мы же наводимся. Мы выбираем точку перед врагом, нажимаем выстрел, чтобы враг успел доехать до снаряда. Но чаще всего, насколько я видел, замечал, большинство целится не туда, куда нужно. И никто в основном даже не задумывался об этом. Но проанализировал свою стрельбу, насмотревшись, как хорошие игроки стреляют, можно понять, что стрелять нужно не в середину танка, не в середину контура, который мы видим. Стрелять нужно в разные места разным танкам. Некоторым нужно стрелять под фальшборд и стараться наводиться центром прицела под фальшборд, поскольку экраны в фальшбортах не пробьются. Некоторым танкам из-за толстых гусениц, или если мы стреляем кумулятивами, лучше стрелять в верхнюю часть борта. Над гусеницей целая полоса, которая легко пробивается практически у всех танков, поскольку сама гусеница тоже дает броню, причем неравномерную, она там скачет. Куда именно в динамичной игре вы попадете во время движения, когда двигаетесь вы и двигается враг, непонятно. Плюс в игре есть ВБР, не факт, что вы попадете именно туда, куда вы прицелились. Поэтому целиться нужно советским танкам, у которых есть фальшборд, под фальшборд. Между гусеницами и фальшбортом чаще всего есть такая дыра, которая не прикрывается ни экранами, ни гусеницами. Либо же, если мы стреляем кумулятивами, нужно стрелять над гусеницами, чтобы снаряд легко пробивал. И самое основное, что я хотел в этом видео рассказать, это то, что на расстоянии, когда мы уже не особо выцеливаем там между гусеницей и фальшбортом, верхнюю часть борта или так далее, когда нам нужно просто попасть в борт, мы чаще всего целимся в середину всего контура. И это та самая большая ошибка, которую я замечаю, есть у всех. Я тоже долгое время даже не придавал этому значения. Но в последнее время я задумался об этом, немного пересмотрел свою стрельбу. И это реально мне помогает лишний раз наносить урон. Многие из вас могут сказать, что снаряд копает землю, что часто стреляешь попаданиями, не пробиваются ЛТшки с Яги Е100 и так далее. Давайте посмотрим на контур танка сбоку, как вот выглядит на коллижен модель, и мы поймем, что если убрать гусеницы, а в гусенице мы урон не наносим, мы наносим в корпус танка, то корпус танка выше гусениц. Но гусеницы тоже обводятся контуром. И многие из вас, я уверен, не придают значения тому, что нужно стрелять не в середину контура, который нам показывает игра, когда мы наводим на врага прицел, а нужно стрелять выше. Поскольку нижняя часть гусениц, за ней пустота, за ней нет корпуса танка. Таким образом, середина прицела будет больше находиться на корпусе врага, чаще будет в него попадать, соответственно, чаще будет наносить урон. Да, если полетит в самый край, конечно, урона не будет, будет либо выше, либо ниже. Но если стрелять по старинке, просто в середину контура, то чаще всего будет лететь ниже, потому что часть прицела находится на гусеницах, за которыми ничего нет. А еще и бывает, выступает еще и на землю. Это абсолютно неправильная стрельба, так стрелять нельзя. Поэтому стрельба в борт, она на самом деле не такая уж простая в игре сейчас. Раньше все как-то происходило проще. До перевода танка в HD гусеницы так сильно не мешали стрельбе. Но сейчас уже довольно-таки продолжительный отрезок времени. Не всегда так легко пробивается в борт. Нужно немножко даже выцеливать. Хотя, казалось бы, враг подставляет уязвимое место, борт. Там брони не так уж много. Но там тоже бывают экраны. Там гусеницы дают тоже броню. А после гусениц еще нужно пробить основную броню корпуса. А корпус бывает под углом сбоку.
И на самом деле пробить борт у некоторых танков очень тяжело. Некоторые танки пробиваются в лоб легче, чем в борт. Из-за этого халатные выстрелы в борт, куда попало, просто в середину, чаще всего приводят к тому, что вы не наносите урон, после этого у вас горит жопа, а с горящей жопой играть в такую игру, где требуется очень много хладнокровности и внимания, будет очень тяжело. Поэтому нужно целиться в середину основной брони, а не в середину контура, который мы видим. А если мы будем стрелять уже с расстояния, где можно выцеливать, то имейте в виду, что лучше стрелять не через гусеницы и не через фальшборта, особенно кумулятивами. Нужно стрелять либо между гусеницей и фальшбортом, либо над гусеницей, где чистая броня корпуса. Это все зависит от корпуса врага и от того, каким типом снаряда мы стреляем. С вами был Варчик, играйте красиво, подписывайтесь, ставьте лайки, всем пока. Thank you.